Всем привет! В этом видео я покажу, как решить загадку с льюэйской плитой. Для этого нам нужно, естественно, подойти к вот этой штуке для смены островов. И у нас левый остров должен быть непреклонный, а правый безмятежный. Непреклонный, правый безмятежный. Меняем. Запрыгиваем наверх. Открываем карту, телепортируемся наверх. И теперь нам нужно будет просто активировать плиты. Одна плита здесь с помощью ГГ. Или деда, если у вас есть. Вот здесь ГГ становится. А здесь сами. Все, вот он сундук. Ну или ставим снова плиту. Вот так вот. Все, и забираем. Забираем, пока плита не отключилась. Все. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Подпишись, если новый, поставь лайк. В описании этого канала есть ссылка на мой Twitch и Trovo. Я там стримлю каждый день. Выбирай, какой тебе удобней. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других моих видео.